субботу на северной окраине Екатеринбурга, неподалеку от Ильмашевского рынка, произошел уму непостижимый инцидент. На одноименной автобусной остановке отморозок лет 45 на вид сбил с ног и пинал по ребрам глухонемого старика. Как сообщила позже в комментариях журналистам внучка избитого 75-летнего инвалида третьей группы, все произошло около 4 пополудни. По словам женщины, ее дедушка Александр Данилович в тот день возвращался с покупками домой. На остановке поджидал свой автобус 09 маршрута. Неожиданно к нему подошел мужчина, худощавый и злой. О чем-то спросил. Старик жестами показал незнакомцу, что он его не слышит и ответить тоже не может. Казалось, на этом все закончится. Гражданин неброской наружности отошел от глухонемого старика, но потом вернулся и ударил его в ухо и в нос. От неожиданности пенсионер не удержался на ногах и упал, а незнакомец пинал Данилыча ногами по ребрам и по бокам, пока не заметил 3 рабочих, подходивших к остановке. Злодей слинял, а старик с трудом на ноги поднялся и домой побрел. Рассказал родне, что произошло. Внучка отвезла старика в 23-ю больницу. Там у Данилыча доктора диагностировали ушибы на голове, на ребрах и чуть ниже поясницы. Дедушка своего обидчика хорошо запомнил, утверждает его внучка Наталья, и просит очевидцев, если что, помочь в поисках злодея. В полиции в 14-м ОПИ глухонемому старику показали фотографии известных в тех краях разбойников, но тот, который сбил его, на них не похож. Да и корыстного мотива не прослеживается. Ни телефон, ни кошелек гопника с большой дороги не интересовали.